Это я показала, это показала. Полипы в уретре. Как лечить народными средствами? Давайте покажу. Так, давайте покажу, где это находится. Ну, про колени тогда расскажу в следующий раз. Вот. Есть люди, которые взяли занятия по коленям. Если есть вопросы по коленям, и кто-то сейчас здесь, то ну, хорошо, немножко увеличу эфир, отвечу на эти вопросы. Так. Мочеиспускательный канал уретры. Так. Здесь все просто. Запоминаем. На синий я тяну. А, давайте возьмем зеленый. Вот. Запоминаем. Разделение на внешнюю и внутреннюю стороны. И вот с внутренней стороны, вот в этом месте, здесь у нас находится мочевой пузырь, ну и естественно, находится мочеиспускательный канал. То же самое. Прощупываем. Если есть затвердение, начинаем работать. Если это акутная проблема, ну, серьезная проблема, значит, работаем по часовой стрелке. Действительно, до 30 секунд. Понятно, что палец устает, когда вы сами делаете.